Господа, время большого футбола. С вами сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня мюнхенская Бавария встречается с Айнтрахтом из Франкфурта на Майне. Итак, состав Баварии. Батек! Левандовский. Рибери. Посмотрим за этой атакой. Мюллер. Кингсли Коман. Спасает он свою команду. Джошуа Кимих. Левандовский. Прекрасная передача. Рибери. Бавария идет вперед. Хорошая игра защитника. Чисто сыграно. Кевин Принс Буатен. Тиаго Алькантара. Артуро Видаль. Надежно играет защитник. Атака прервана. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится выставать предупреждение. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И мяч в руках у голкипера. Коман. Подача. Протер решил отбить мяч. Игра остановлена. Штрафной. Артуру Видаль. Без всех. Удар! Просто и надежно сыграл вратарь. Отбил мяч куда подальше. Да и дело с концом. Ждем угловой. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Это может быть опасно. Левандовский. Роберт Левандовский, именно его тренер, выбрал сегодня в качестве нападающего старта. Левандовский прирожденный бомбардир и умеет играть очень разнообразно на передней линии. Мюллер. Коман. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Нужно забивать и выходить вперед! Это гол! И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Конечно, с такой дистанции удар в нижний угол очень опасен для вратаря. Атака просто великолепно сыграла в этом моменте. Бавария вышла вперед, игра возобновляется. Йетро Вильямс. Это может быть опасная атака. Потерял он мяч, но кому он достанется? Кингсли Коман. Роберт Левандовский. Левандовский, положение вне игры. Джонатан де Гузман. Может получиться интересно. Тут может быть опасно. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Кто бы мог подумать, что они забьют. Но им удалось ограничить активность соперника. Да и поворотом они били чаще. Да, они очень грамотно построили игру в нападении. И похоже, соперник просто оказался к этому не готов. Йетро Вильямс. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Тьяго. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Левандовский, положение вне игры.
Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. С мячом вперед он идет. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым?